Это наши третьи соревнования вообще за всю историю и, наверное, такие первые для более взрослых детей. Я очень рада, что к нам на соревнования приезжают люди из нашей области, из Гаджиева, из Полярных Зорей, из Североморска. Это очень ценно, что нам действительно доверяют, и наши соревнования очень нравятся. Я хотела сказать спасибо, кто открыл эти соревнования, особенно в Си-Игрове. Мы наконец-то добились того, что СПСМ стал нашим партнером. Мне подарили чехол для булав и чехол для мячика. Мне очень понравились соревнования, они такие яркие. Это опыт, а с опытом мы становимся лучше. Начался сезон соревнований, это мои первые соревнования. Соревнования замечательные, классные подарки. Выступила я достаточно хорошо, есть над чем работать. Всегда есть над чем работать, потому что от волнения часто что-то не получается. Мне понравился турнир.